парус правильно стоит. Вот пришел, видишь? Обратите внимание, Юра уже 20 секунд управляет этим кораблем. И еще пока не упал. Димка уже упал, а Юра не упал. Уверенно идет к острову необитаемому. Дима пошел. Быстро пошел. Смотри-ка, ветер что ли поймал? А там же еще Димка тоже. Они вот сейчас как бы отрабатывают художественное управление.